Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Чья земля? В районах республики мошенники незаконно по дешевке скупают паи. Картошка – второй хлеб. Завтра в Чебоксарах открывается всероссийская выставка «Картофель-2013». Радуга дружбы. В Чебоксарах проходит выставка работ Кокелевского пленэра. В Чувашии усиливается контроль за сделками в сфере оборота земель сельхозназначения. В некоторых районах республики зафиксирована активность земельных спекулянтов и мошенников, которые, вводя в заблуждение владельцев земельных паев, выкупают их за бесценок, а затем перепродают по завышенным ценам. Вчера наши журналисты стали свидетелями одной из таких баталий на сельском сходе юнгинского поселения Маргаушского района. Удобно расположившийся в зале молодой человек не из местных, но довольно активно вмешивается в ход собрания сельчан. То и дело прорывает главу администрации района Ростислава Тимофеева и местного главу Валерия Фомина, которые пришли для разъяснения вопросов, касающихся земельных отношений. При этом предъявляя доверительные документы на право выражать интересы одного из деревенских владельцев земельного пая и находиться здесь. Как стало известно, в течение 3 лет с участием данного человека в Чувашии совершено более 150 противоправных сделок с земельными участками сельхозназначения. И вот теперь он здесь, на Маргаушской земле. Дело в том, что в текущем году на магистральном нефтепроводе Альметьевск-Нижний Новгород, проходящем по землям сельхозназначения, запланированы ремонтные работы, для чего было решено предоставить территорию в аренду. Между заказчиком и райадминистрацией собирались заключить соответствующее соглашение. Но... Более 60 гектаров земель сельхозназначения попадает вот как раз над нефтепроводом, который подлежит замене. Здесь 20 гектаров – это земли муниципального распоряжения муниципалитета, то есть районной администрации. И 40 гектаров – это земли невостребованных ливков. Также на этом нефтепроводе есть земли, которые распоряжаются сельхозтоваропроизводителем, либо у них это долгосрочное аренде, либо госакту, который до сих пор они на руках имеются, сельхоз, бывшие колхозы, совхозы, колхозы вернее. Также есть и долевики, с которыми вот эта подрядная организация, полностью уже договора подписаны с ними. У нас этот вопрос возник в том плане, что вот после оформления появились вот эти серые перекупщики и начали активно, вот один человек начал активно оформлять уже от имени долевиков, этот человек сегодня присутствовал, долевиков, вот юнгинское сельское поселение, 4 человека выписали доверенность на его имя. И он обещался, нам клятвенно обещался, что будет препятствовать. Деньги, вырученные от сдачи земли под аренду, местная власть намеревалась направить для решения насущных проблем сельчан. Это государственный политик же, все равно линейный нефтепровод, который вот существует, он это же для блага всего населения, не только Чувашской республики, например, Российской Федерации, даже за границу нефтепровод доходит. Поэтому здесь в этом вопросе вот позиция администрации, чтобы не на эти, вот, которые долевые земли зарегистрировать за сельским поселением, как невостребованные земельные участки, и вступить в арендные отношения с этим подрядчиком. То есть, чтобы сельское поселение, в сельском поселении, в бюджет района оставались эти деньги. То есть здесь такой какой-то политизации вот этой ситуации не взять. Было же сегодня много было сказано, что эти деньги, они все равно в разрезе каких-то программ. Также здесь планируется, например, в этом году строительство спортзала. У нас где спортзала нет, около школы. То же самое они сюда же приходят. То есть это для жителей всего сельского поселения и района. Местную власть в этом вопросе, безусловно, поддерживают и сельчане, которые в ходе собрания высказались против серых перекупщиков и потребовали от соответствующих структур строже контролировать операции с земельными участками. Хозяином земли должен быть народ, а не перекупщики, заявили участники сельского схода. Дмитрий Ковалев, Игорь Поручиков, Александр Петров. Республика. Завтра в 5-й раз откроется межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2013». За эти годы выставка стала знаковым событием в календаре картофелеводов. Ее география значительно расширилась. Мероприятие пройдет в течение 2 дней. 88 предприятий покажут более 150 сортов картофеля. О том, как готовиться к выставке сегодня, далее в сюжете.
Экспозиция выставки разместится на площади более чем 3000 квадратных метров. В отличие от прошлых лет, участники мероприятия обещают показать новинки. Новые сорта картофеля, средства борьбы с вредителями, а также сельхозтехнику. За день до открытия работа в павильоне кипит. Еще не все участники подъехали, но передовые предприятия стараются уже занять свои места и тщательно подготовиться к выставке. Каждый год мы, конечно, общаемся, и сами участники говорят, вот первый год они, конечно, учились технологии. То есть как правильно убирать, как правильно сеять, сажать картофель. А второй год мы уже учили технологии хранения упаковки. В этом году уже будет уже инновационное развитие в отрасли. То есть я повторюсь, это главное отраслевое событие, где будут определены задачи на этот год в масштабах всей России. Как утверждают организаторы, целью выставки является популяризация передового опыта выращивания картофеля, демонстрация сортового разнообразия культуры, новых технологий производства и переработки картофеля, селекционных достижений в области картофелеводства. В основном это сорта отечественной селекции, но есть и голландские, немецкие, ранние, среднеранние. Поэтому хотя бы вот на это посмотреть, это с большим интересом население идет изучать, рассматривать сорта картофеля. И здесь же специалисты, агрономы, они, не отходя от стенда, дают уже первоклассную консультацию. Только в прошлом году на выставке приняли участие около 9000 специалистов из регионов России и зарубежных стран. Продано более 40 тонн семян картофеля. Подписано соглашение почти на 400 миллионов рублей. На первом этаже павильона универсальной ярмарки по улице Николаева будут продаваться семена картофеля для гостей столицы и жителей города. Ну а для самих участников научно-практической конференции – дегустация блюд из картофеля. Алексей Иванов, Евгений Анисимов, Республика. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии начинает прием заявок на звание «Самое благоустроенное поселение Чувашии» за 2012 год. Участникам конкурса необходимо до 6 марта предоставить материалы в рабочую комиссию Минстроя. Победители получат денежные премии и возможность участвовать во всероссийском подобном конкурсе. К другим темам. Только вчера мы рассказывали об учениях в крупном торговом центре, а уже сегодня столичные огнеборцы вызволяли из беды тех, кто обычно сам приходит на помощь. Масштабная спасательная операция развернулась в городской клинической больнице. Утром сюда было стянуто с десяток пожарных машин, в том числе и автолестницы. С таким размахом в Чебоксарах прошли пожарно-тактические учения. Приблизить их к реальности в МЧС постарались максимально. С первых минут за всеми действиями спасателей наблюдали и мои коллеги. Первый тревожный сигнал. Пока пожарные все еще мчатся по городским улицам, медики сами начинают эвакуировать людей. Из больницы удалось вывести более 50 человек. Позже выясняется, что два пациента не смогли покинуть здание. На помощь ним выдвигаются огнеборцы. Хотя дымом в помещении не пахнет, пожарные все равно одевают защитные маски. По задумке организаторов учений, больницу заволокло смогом. На поиск пострадавших отводят считанные минуты. Задохнуться в задымленной комнате человек может очень быстро. Уложиться в норматив огнеборцам удается, но условного пострадавшего тоже одевают маску. Спустя несколько минут пострадавшую передают в руки медиков. На помощь к своим коллегам они приехали из ближайшей больницы. Еще одного пациента приходится эвакуировать по автолестнице. По легенде учений, он не может передвигаться сам. Вот так, без единой капли воды, огнеборцы тушат условный пожар. Очаг возгорания находился в помещении IT-специалистов. По задумке здесь, от короткого замыкания, загорелся один из компьютеров. Случись ЧП, на самом деле, говорят в МЧС, проводить спасательную операцию было бы сложно. В больнице много запутанных коридоров. Эвакуировать больных отсюда тоже непростая задача. Тех, кто не может передвигаться сам, повезут запасным выходом. В данных зданиях предусмотрены незадымляемые лестничные клетки. Основная масса людей будет эвакуироваться именно по этим лестничным клеткам. Если же, допустим, человек не может выйти из комнаты и огонь или дым предотвратил ему пути эвакуации, естественно, мы уже будем спасать по автолестнице или по автоколесным подъемникам.
Пожарам в зданиях больниц присваивают наивысший ранг опасности. Вызывают сюда сотрудников сразу из нескольких пожарных частей. Подобные учения проводятся для того, чтобы действия пожарных были отработаны до автоматизма. В реальности запутанные коридоры не должны стать помехой для спасателей. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Сити-менеджера и Брестинского района подозревают в превышении полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело. Глава райадминистрации подозревается в незаконном взимании доплаты с переселенцев из ветхого жилья на общую сумму 5,9 миллиона рублей. По версии следствия, Петров сообщил гражданам заведомо ложные сведения о том, что разница между площадью занимаемого ими ветхого жилья и площадью вновь предоставляемого жилого помещения они должны оплачивать за свой счет. При этом чиновник грозил лишить их права на предоставление нового жилья. Сам Анатолий Петров с обвинениями по иску не согласен, считая их безосновательными. Когда переселяем по ветхому жилью, жилищный кодекс гласит, жилье должно быть предоставлено равнозначное. Равнозначные. То благоустроены, но по площади равнозначные. Вот представьте, есть дом, готовые квартиры и есть жилье. Правда, вот бараков оно было небольшое. И вот республика выделяет точь-точь на эту площадь. Мы ищем у себя резервы. И в городском поселении находим сумму 48 тысяч для собственного софинансирования. Республика дает 15 миллионов, потом еще, а по сложности бюджета городского поселения дают 48 тысяч. То есть поселение на свои деньги могло купить тогда 2,8 квадратных метров жилья. И вот жилье есть, но даже теоретически там площадь не может совпадать. И мы приглашали людей, вот у нас такая проблема. Есть такое жилье, но у нас нет денег. И так как это собственность подрядчика, индивидуального предпринимателя, мы свою долю, то есть городское поселение свою долю оплатило, по нашей подсказке человек обратился в суд. И суд вынес решение, что администрация обязана предоставить жилье только равнозначную. Администрация имеет право предоставить большее, но тут право должно быть закреплено деньгами, их у нас не было. Я даже приведу цифру. Район расплачивался по долгам за выполненную в 2008 году работу еще в течение 3 лет. То есть, возможно, бюджета у нас не было. И люди тогда сами напрямую договаривались с подрядчиком и платили ему деньги. Ну, сумма, по-моему, от 3000 рублей. В общем, люди доплачивали подрядчику, и вопрос не возникал до прошлого года. Но в прошлом году появляются жалобы граждан, как я понял. Тут возникло подозрение, что мы сговоры с подрядчиком. Наверное, мы действительно допустили ошибки. Но я говорю ошибки, там злого умысла не было. Я прекрасно понимаю тех граждан, когда у них появляется надежда, что им эти деньги могут вернуть. Я, правда, совсем не представляю, как это может быть. Как это может быть? О возбуждении уголовного дела узнал из газеты. Я сегодня хочу приехать к следователям, получить постановление о возбуждении уголовного дела. Но вот то, что еще суда не было, и я ведь разговариваю с людьми, а информация прошла уже. Когда в таком объеме информации проходит, люди все-таки верят СМИ. И уже многие меня посчитали преступником. Я считаю, что это неправильно. Вот эту практику до решения суда так озвучивать, давать такую информацию, это не надо. Пусть суд решит. Семена Млодика заключили под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении бывшего председателя Совета директоров ЗАО «Промтрактор-вагон». Согласно постановлению суда, Млодик будет находиться под арестом до 13 апреля 2013 года, сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.
В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что в 2006 году обвиняемый по предварительному сговору с директором общества с ограниченной ответственностью РЖДС «Регион» Светланой Романовой похитили имущество предприятия «Промтрактор-вагон» в размере 273 миллионов рублей. В последующем легализовали эти денежные средства. В ходе расследования уголовного дела в отношении Млодика в октябре 2012 года была избрана мера пресечения в виде залога в размере 20 миллионов рублей. Напомню, что 14 февраля Семен Млодик был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке выехать в Киев. В ходе рассмотрения в суде ходатайства следователя о замене меры пресечения защита выступала против удовлетворения этого ходатайства и заявляла о том, что Млодиком не нарушалась ранее избранная в отношении его меры пресечения, поскольку в постановлении суда об избрании залога не было указано в качестве запрета запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Однако следствие расценивает попытку выезда за пределы Российской Федерации именно как нарушение меры пресечения, поскольку в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и в соответствии с требованиями международного законодательства Следственный комитет осуществляет свои полномочия только на территории Российской Федерации. Вчера официально продлили бесплатную приватизацию жилья. Опять на 2 года. В третий и, уверены депутаты Госдумы, в последний раз. Всего в России остаются неприватизированными более 4 миллионов квартир. В столице Чувашии осталось еще около 10% такого жилья. Бесплатная приватизация жилья в России должна была закончиться 1 марта 2013 года. Она началась в 1992 году, и ее сроки уже дважды продлевались. Каждый раз накануне окончания бесплатной приватизации в органах БТИ выстраивались огромные очереди. Люди брали штурмом организации, занимали очереди с ночи, ругались в управляющих компаниях. Так было буквально до конца прошлой недели, отмечали в Чебоксарском бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда. Народу сейчас здесь мало, но тетрадка с записью очереди осталась. Виталий Павлов тоже решил приватизировать жилье. Признается, что долго думал, поэтому документы начал собирать только в начале января. Да, я знал 1 марта. Вот именно и на сегодняшний день хожу. В конце 2012 года для приема документов срочно приняли на работу еще 18 человек. Документы принимали и в МФЦ, но очереди не уменьшались. Ведь нужно не просто сдать документы, нужно сдать правильно оформленные документы. В БТИ отмечают, уже сегодня чувствуется, что приватизацию продлили. Что это для нас благо или нет? Конечно, напряжение спало очень резко. Но я даже не за все БТИ, а вот в частности за наши БТИ говорю, потому что даже это было возможно связано с социальной даже напряженностью. Вместе с МФЦ, ну, они как бы тоже на себя брали эту часть работы по приему заявлений, в день где-то выходило у нас порядка 100-120 уже принятых заявлений, не говоря о том, что мы еще отказывали, у кого-то не хватает документы. И сейчас вот, ну, буквально еще, как мы видим, очередей нет, но в день где-то 30-40 заявлений еще как бы мы принимаем. В среду депутаты продлили бесплатную приватизацию еще на 2 года, до 1 марта 2015-го. Но некоторые эксперты предлагали сделать ее вообще бессрочной. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. 348 школьников республики отправлены на вынужденные каникулы, сообщает Роспотребнадзор по Чувашии. На карантин закрыта школа в селе Миренки Алаторского района. В Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле не учатся несколько классов. В Чебоксарах карантин объявлен в 2 классах школы номер 54. В Новочебоксарске в 10 классах 4 школ. В Шумерле в 2 школах по 1 классу. В целом в республике из-за ОРВИ не посещали детсады 4% малышей, школы 5%. В Чебоксарах за прошлую неделю зарегистрировано более 6000 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидемического порога на 46%. По данным столичной мэрии, среднереспубликанский показатель заболеваемости превышен в 1,4 раза. Храм в честь святых Петра и Февронии собираются строить в Канаше. Там заложили камень в основании храма-часовни. Петр и Феврония Муромские – православные покровители семьи и брака. Храм появится на площади перед входом в городской парк культуры и отдыха. В фундамент часовни были заложены частицы земли из Израиля и Афонского монастыря в Греции, с Куликового поля, из Богородичной канавки Дивеевского монастыря.
Епископ Канашско-Янтиковской епархии Стефан отметил, что в икону Петра и Февронии, которую готовят для этой часовни, будут вшиты мощи муромских святых. Предполагается, что к часовне будет проложена аллея влюбленных, которая протянется от городского ЗАГСа. Молодожены после церемонии бракосочетания смогут пешком пройтись по ней, в часовне же поставить свечки перед иконой и помолиться за крепость вновь созданной семьи. Столетие чувашского профессионального изобразительного искусства отмечают не только художники Чуваши, но и мастера из других регионов России и Украины. Международная передвижная выставка «Радуга дружбы» ждет ценителей прекрасного в Национальной библиотеке. Международный пленэр «Радуга дружбы» современных художников Чувашии, России и Украины проводится уже много лет. В честь великого мастера, родоначальника чувашского профессионального изобразительного искусства Алексея Кокеля, художники с разных городов России и других стран приезжают в Чувашию на кокелевский пленэр. Живописцы, пейзажисты, портретисты – всего за эти годы в пленэре участвовали более 60 мастеров кисти разных национальностей. Их картины написаны в живописнейших уголках Чувашии – в эти дни украшают галерею «Серебряный век» в Национальной библиотеке Чувашии. Как признаются сами художники, для них это очень важное событие. Долгие зимние вечера в мастерских, наконец, сменяются летними погожими днями, и мастера с головой могут окунуться в мир природы, что, несомненно, передается в их произведениях. Мне посчастливилось первый раз побывать на Кокельском пленэре в 2011 году, летом, в июне месяце. И, вы знаете, я так вдохновилась этим пленэром, что я себе сказала, что на следующий год я обязательно хочу еще раз вернуться в эти края, написать эти места, проникнуться этим. И так судьба мне предоставила такой подарок, что, значит, в 2012 году я тоже, значит, у меня Василий Владимир Александрович пригласил на этот же пленэр. И вот эта вот гармония, взаимопрекновение, значит, художника и природы вызывает такую бурю чувств, что начинаешь, значит, работать, сам даже не подозреваешь, что ты вообще можешь сделать. Такой открывается внутренний потенциал. И что я хочу сказать, что я даже, можно сказать, что я даже не писала, я говорила красками. На этой выставке представлены работы именитых мастеров. Народного художника России, председателя Союза художников Чувашии Ревеля Федорова, заслуженного художника Чувашии Константина Долгашова и других народных и заслуженных художников России и Украины. Масштабная передвижная выставка уже успела побывать в Национальном музее до 26 февраля. Оценить яркость красок и проникнуться летним настроением художников все желающие могут в Национальной библиотеке Республики. Данифа Тагерова, Евгений Анисимов, Республика. Память о настоящих героях должна жить вечно. Николай Поручиков, майор полиции, трагически погибший в Дагестане в 2011 году, из числа таких людей. Земляки его не забывают. В Большекотрайской средней школе Чебоксарского района впервые состоялся республиканский турнир по армспорту среди школьников памяти героя-земляка. Турнир памяти майора полиции Николая Поручикова в Большекотрайской школе проводится не случайно. Примерный ученик, сильный спортсмен. Немало успехов тогда еще юноша Поручиков добился именно в армспорте. Еще он занимался плаванием, очень любил легкую атлетику. В школе о нем помнят и сегодня, и только с хорошей стороны. Он никогда не нарушал дисциплину, тихий, но был очень добросовестный, ответственный. С Николаем мы жили в одной деревне, родились на одной улице. Вместе ходили на рыбалку, вместе занимались спортом. Для меня он был как старший, как учитель. 19 апреля, два года со дня его трагической гибели в Дагестане. В тот день группа майора милиции выехала на боевое задание в Хасавюрте, но до места назначения так и не добралась. В центре города они попали в засаду боевиков, открывших огонь из автоматов. Николай был доставлен в местный госпиталь, но врачам не удалось его спасти. Из третьей командировки в горячую точку ему не суждено было вернуться. Его имя всегда вписано в летопись нашей истории. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба. Близким, самым близким будет Николай, близкий поклон. Турнир в память о нем как раз говорит о том, что мы в долгу, прежде всего, перед теми людьми, которые ценой своей жизнью сделали так, чтобы мы с вами могли вот общаться, растить своих детей, ухаживать за стариками, чтобы нам было комфортно жить в нашей стране. Турнир памяти Николая Поручикова собрал 120 участников из 19 школ республики. Мальчики и девочки соревновались в различных весовых категориях. Состязание было зрелищным, с накалом страстей. Некоторые схватки длились считанные секунды, другие гораздо дольше.
В завершении были определены абсолютные победители турнира. На первую ступень пьедестала встал студент механико-технологического техникума города Чебоксары Илья Шалеев. И приятно, что его не забывая свои коллеги, были представители Министерства МВД Чувашской Республики. И у нас это первый турнир. Я думаю, что данный турнир имеет огромное воспитательное значение для молодежи. Я думаю, что этот турнир насчет памяти Николая Поручикова в дальнейшем будет еще далее развиваться. На его примере мы хотим учить молодежь патриотизму, любви к малой родине, великой России. Поддерживает мероприятия по спорту всемерно и правительство нашей республики. Спорт будет развиваться. Мы благодарим молодежь за спортивное стремление и активную жизненную позицию. 27 января Николаю Поручикову исполнилось бы 38 лет. Все, кто его знал, говорят, был удивительно светлым человеком. Веселый, энергичный, общительный. Был веселым, любил он шутить. Всегда помогал родителям. Любил он готовить. Очень он любил плов варить. Это у него хорошо получалось. В деревне, наверное, его все любят. Нет такого человека. Ко всем он с уважением относился. Кто бы ни подходил к нему, он всегда помогал, не отказывался. В Большекотрайской средней школе Чебоксарского района турнир по армспорту проводился впервые. Но и участники, и зрители выразили надежду, что турнир станет традиционным. Олеся Рузакова, Александр Петров, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До завтра.